Депутаты Сената парламента Республики Казахстан, находящиеся в областях с рабочими поездками, принимают участие во встречах с населением. Накануне сенатор Али Бектаев посетил Казгурский и Созакский районы. Здесь он ознакомился с социальным развитием и разъяснил основные направления послания главы государства. В прошлом году Сенат принял 94 новых законодательных акта. Изменения коснулись деятельности правоохранительных, налоговых и таможенных органов. Реформы должны положительно повлиять на развитие малого и среднего бизнеса, говорит сенатор. Среди основных преимуществ поправок в таможенном кодексе – введение электронного документа оборота. Ряд важных изменений внесли в налоговый кодекс. На встрече с жителями Казгурского района Али Бектаев отметил, все новшества в законодательстве направлены на реализацию послания главы государства, дальнейшее развитие экономики страны и защиту прав граждан. Реформы направлены на развитие предпринимательства и укрепление экономического сектора страны. Спорные ситуации теперь будут решаться в пользу налогоплательщиков. Помимо этого вводятся режимы упрощенной декларации и финансового вычета. В Созакском районе сенатор парламента посетил в индустриальной зоне завод «Блога Лизинг НПС». Компания выпускает полиэтиленовые трубы для уранодобывающих предприятий. Али Бектаев ознакомился с работой завода. На встрече с активом района он рассказал о пользе государственно-частного партнерства и главных направлениях послания главы государства. Наш президент сказал, аграрная политика должна быть направлена на увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельхозпродукции. Назарбаев отметил, что бренд натуральных продуктов питания, сделано в Казахстане, должен стать узнаваемым в мире. Он поручил увеличить в течение 5 лет производительность труда в АПК и экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза. Развитию Созакского района сенатор дал положительную оценку. На встрече он выслушал жалобы сельчан, большая часть которых касалась газификации отдаленных аулов. Али Бектаев пообещал для их решения озвучить в парламенте. Динар Мусаева, Мухан Муратулы, Онтусты, Акпарат.